Друзья, всем привет! Женек Люксфил снова с вами. И сегодня у нас отличная новость. Новый Куга М4 Pro 2020. И вы скажете: Женек, ты что там, перегрелся или грибы какие сожрал? Да нет, друзья, все очень просто, Сань, покажи. Это такая мини-обновленочка. Оп! Но, как бы я должен сделать акцент на это. Смотрите, 18 ампер-часов в Куга М4 Pro. Владимир только что долго стоял, смотрел. Я говорю: что за философский взгляд, не пугай меня. Он говорит: ну теперь-то я уж точно на нем полтинник проеду. Скоро будет забег на этом электросамокате на дальность, на максимальный пробег. Но хочу сказать хорошую новость о том, что сейчас, в августе месяце, 18 ампер-часов Куга М4 Pro можно купить и нужно по цене 17 ампер-часовой версии. Ну или как правильно? По цене 17 амперный. Нет, тоже неправильно, да? Короче, 18 по цене как 17. Все вперед, Люксфил. В остальном это тот же прекрасный самокат с увеличенным пробегом. Люксфил.ру. Продолжайте нас смотреть. Сань, покажи, как у нас тут обновлен. Ну, может, ты расскажешь, что мы сейчас пойдем, прежде чем делать забег, мы пойдем в сервис. Так. И покажем. Точняк, вот видите, Саня мне подсказал. Отличная идея. У нас же есть прекрасная приблуда, чтобы посмотреть, действительно ли емкость вот данного аккумулятора такая, которую заявляет производитель. Для этого мы сейчас его разберем. Или не будем разбирать? Разберем, конечно, батку откроем и вставим ее. И посмотрим, есть ли реально в этом аккумуляторе 18 ампер-часов. Потому что мы Люксфил, мы честные ребята, вы это знаете. Спасибо вам, что смотрите нас. Поставьте колокольчик, те, кто не смотрит. И подпишитесь. Люксфил.ру. Погнали в мастерскую. Всем привет. Самокат тот же, день второй. Разбираем, собственно, снимаем деку. Крышку деки, чтобы достать аккумулятор. Для того, чтобы его зарядить на профприборе. А, следовательно, потом его разрядить. Мне самому интересно, 18 ампер-часов, как он выглядит внутри. Бам, отвалилось. А выглядит он очень интересно. Допустим, увидев сейчас, я сомневаюсь, что в нем есть 18 ампер-часов. И мне даже стало интересно. Ну, доставай его. Он приклеен, как я его достану. Да. Все, КБ снят. Что на нем написано? Куга. Оригинал. Написано 48 вольт, 18 ампер-часов. Класс. Ну, слушай, ну надо... Производство 20 июля. Не, 20 июля, 07-08, что такое? А, 20-й год, 07-08, ну что-то из них 07, скорее всего, месяц, 08, день. А, вот, смотри, 21700S, Intercell, это какие ячейки? А, давай его разрежем. Зачем? А никто не резал еще? Я не видел, да какие там ячейки, никто же не видел. Они 21700. Ну что, давай посмотрим. Мне интересно посмотреть. Я думаю, что ребятам, подписчикам тоже. Да, я считаю, что мы сейчас переместимся в нашу мастерскую, где будет производиться замер мощности, емкости этого аккумулятора. И пусть наш мастер Алексей его и разрезает. Потому что ему его заклеивают. А он пришел? Мы сейчас придем скоро. Ну ладно. Мы переместились в мастерскую. Кое-что вам показать. У нас сегодня М4 здесь находится нашего клиента. Клиент захотел, чтобы мы установили сюда гидравлические тормоза. Гидравлика у нас почти установлена. Задняя ось. Все стоит, суппорт стоит на месте. Гидролинию проложили. Пошла наверх, ручка тормозная на месте. Была сложность у нас с передними тормозами, потому что она... Ну, там мало места, там цепляет линия об колесо. Но мы эту проблему, естественно, решили. Мы же Люксфил. Собственно, все. Вот она стоит спереди машинка. Ничего не цепляет. Все отлично ездит. Осталось проложить гидролинию. Вот. И у нашего клиента суперские тормоза. Просто суперские. Так что обращайтесь к нам в сервис. Мы можем поставить гидравлические тормоза почти что на любой самокат. Без разницы, где у вас стоят тормоза. Здесь, здесь, с другой стороны, у нас все это есть. Люксфил.ру. А теперь мы смотрим замер АКБ. Так мы его даже не разрезали. Ты же хотел его разрезать. Да, разрезать. Ты сдал Лех. Так, значит, смотрите, что мы сейчас делаем. Мы его зарядили на профессиональном приборе. То есть это необычная зарядка. Это в профприбор. Мы его заряжаем, раскачиваем. Это надо у Лехи, конечно, узнать. Давай пока не будешь ты его трогать. Его надо разрезать. Посмотри, какие там баночки.
разрезать его всегда можно. Вот. Можно и после того, как мы его разрядили, разрезать. Это ты будешь завтра с Лехой делать. Ну ладно. Все, я просто, мы показали то, что вот по тормозам очень круто. То есть вот клиент жаловался, что ему не хватало этих тормозов стандартных. Угу. Что ротики все время подтягивать нужно. Установили, поставили. Сейчас вторую гидролинию пропустим. Все уберем. Уберем старые, вот эти машинки, самые дешевые. Ну, что вы хотели за самокат за 30 тысяч рублей какие-нибудь стоять? Все проведем, и все. Все будет стоять очень круто. Мне нравится. Ну, все, ладно. Идем. Так, друзья, аккумулятор мы этот разобрали полностью. Сначала вам покажу качество сварки. Видите, да, что нигде нету никаких пережогов. Сварено прям очень качественно. Сами элементы. Я вам сейчас покажу. Это NRC-21700 на 4800 мАч один аккумулятор. И в ваттах это 17,8 ватт-часов один аккумулятор. Я вам что хочу сказать. Мы недавно разбирали аккумулятор от Kugi M2 Pro, и там были прям точно такие же элементы. И я в интернете набирал, и там было написано, что это элементы Panasonic. Поэтому очень похоже, что и по внешней упаковке, да, что это аккумулятор с того же самого завода. Поэтому велика вероятность, что это именно те же элементы, и, как заявляет производитель, это Panasonic. Хотя на самом самокате и сама компания это не заявляет, но очень похоже на то. В общем, мы его зарядили до полной. Значит, на самом приборе 5433 здесь показывает, вот здесь вот, и на компьютере то же самое, 5433. Мы сейчас будем разряжать его 5-амперным током, до 37 вольт, скорее всего, бомплата ВМС его сама отключит. Все, Лех, включай. Вот, я... Все, процесс пошел. Все, графики пошли. Ну... Показывать я это не буду. Пусть он стоит, разряжается. Сколько нам? Часа 3 понадобится, да? Да. Ну, где-то около 3 часов. И когда будет отключение, посмотрим, сколько он в реальности выдаст. Так, друзья, прошло 3 часа 39 минут. Батарейка разрядилась. И вот вы можете видеть показания. 18,25 сотых ампер часа, то есть больше даже чем 18 ампер надо выдало. И вот, соответственно, график разряда, то есть красный — это ток, которым разряжался, это 5 ампер, ну а синим — это напряжение, почему-то 44,27 показывает, на котором она отключилась. А тут Лех не показывает, да? А вот 39,31 сейчас на нем, да, на аккумуляторе. Ну все, ребят, аккумулятор этот доказал, ну, по крайней мере, нашим прибором, что емкость заявленная соответствует действительной. Ну, а теперь мы... Следующее наше видео будет как раз, насколько хватит километров этого аккумулятора нам проехать. Все, друзья, еще раз. 18 ампер, Kugi M4 Pro. Всем пока, ждем нового видео.